Дорогие друзья, эфир нашего телеканала продолжается. Напоминаю, вы смотрите рубрику «Территория доверия». Сегодня с гостем нашей студии Эльдаром Рафиковичем Тагиевым, педагогом по ораторскому искусству, мы беседуем об ошибках начинающего оратора и о публичных выступлениях. Эльдар Рафикович, давайте вернемся к нашему разговору. Вы остановились на третьей традиционной ошибке начинающего оратора. Да, третья такая ошибка. Как я говорил, вот совет в книжках, что непременно начните с шутки, непременно начните с анекдота. Анекдот, повторю, надо уметь рассказывать. А порой бывает так. Вот недавно на конференции по недвижимости я слышал, выступает докладчик. Ему очень хочется понравиться аудитории, он начинает. Сейчас я вам расскажу анекдот. Представьте себе, спортивная арена. И комментатор говорит, мы находимся с вами в секторе по прыжкам в высоту. Итак, разбег, прыжок, удачная попытка, но эта удачная попытка прерывается неудачной попыткой метателя копья. Вот так наш ритейл столкнулся с кризисом. Ну, что сказать, анекдот старый, немножечко он такой... непонятный, а уж подвязка... Не в контексте совершенно. Ну, абсолютно. Три совета. Анекдот должен быть свежий. Вы должны уметь их рассказывать. Это, наверное, не каждому даже дано. Не каждому дано. Если не дано, не беритесь. Да, лучше не браться. И определенно анекдот уже должен быть в теме вашего выступления. Только тогда это возможно. Вот такие бывают ошибочки традиционные.